Друзья, привет! Лето прошло, стало холодно, я утеплился, надел бафик, надел шапочку, одел две кофты. Ну, на самом деле, блин, холодно, так резко-резко похолодало, чуть ли не под 30-25 было, и раз резко, сейчас, по-моему, градусов, ну, по ощущениям, градусов 5. Я сейчас поработал на работах тут недалеко, сейчас побегу еще до одной работы, там поработаю, там минут на 40, наверное, работы. И потом пойдем немного по городу побегаем. Сегодня простая легкая пробежка. Поэтому сегодня я могу наконец-то немножко взять вас с собой. Могу побегать с камерой, поснимать. Запускаем часы. И поехали. Отправляемся бегать по городу. Так, ну вот, все, я сделал наконец-то последнюю работу. Подмел тут все листья. Ну, листья, в принципе, не страшно. Зимой тут будет интересно, когда снег пойдет, такую парковку вычищать. Тут можно вообще пропасть на 4, на 5 часов на этой работе. Блин, короче, капец. Ну, пока еще осень, пока еще не так все страшно. Зимой приходите помогать. Бежим дальше. Теперь уже можно бегать и ни на что не отвлекаться, ни на какие работы. Просто бежать, наслаждаться процессом. Так, все, погнали. Километр 600 у нас на часах. Ну сколько-то побегаем. Ну вот, видите, осень уже у нас. В Перми осень, вот видите, тут вот листья. Прям нормально листьев. Ну, вроде бегу. 7 километров уже пробежал. Хотел лететь в сторону центра. В сторону набережной думал. Но светофоры посчитали, что не нужно бежать в сторону набережной. И вот я в Мотовилихе, блин. Удивительно, вот так выходишь бежать, думаешь, побежишь в одну сторону, но оказывается, что нифига. Оказывается, что бежишь совсем в другую сторону. Вот. Идет слабый дождик. Я даже не знаю, как вам показать, что он идет. Слабый дождик, но вот лужа, да? Вот лужа, вот. Не знаю, видно капли? Вот они капают, кап, да? Вот. Идет слабый дождик. Ветер дует. Ну, бегу еле-еле по 6 минут, ползу. Пока что ноги тяжелые. Блин, вчера хорошо потренил. Походу, вчера вообще хорошо потренил. Ну и сегодня тоже как бы надо, поэтому пока бежим. Так, светофоры вывели меня на улицу Ленина. Вот она, улица Ленина, я по ней пробежал, значит. Вот, пробежал по улице Ленина, забежал в парк. Я даже, кстати, я не знаю, как называется этот парк. Это парк рядом с театром оперы и балета. Ну как он называется, фиг его знает, может он никак не называется. Вот, значит, пробежал по улице Ленина, добежал до памятника, значит, Ленину. Вот он, большой Владимир Ильич. Бегу дальше. Тут вот ремонт, ремонтируют газон. Не знаю, почему осенью, почему в такую дождливую холодную погоду, как сегодня. Но вот они решили, видите, тут все перекопано, все перефигачено. Вот мусор. Наверное, готовится к зиме. Сделать красиво, чтобы потом все снегом закрыло. И как бы все на этом закончилось. Вот, 10 километров мы, значит, пробежали. Вот цветочки еще есть. Еще не все повяло. Все-таки вышел на набережную. Народу нету ни хрена, короче.
тут было очень много летом. О, ребята, а чё вы так разоделись? Сегодня праздник какой-то? Да, праздник. Давайте. А какой сегодня праздник? Врачи приехали, сами. Давайте. Камера в камеру, вот смотрите. Все, спасибо. Ребята, здоровья вам. Да. Всего наилучшего. Добрался до новых дорожек на набережной. Вот эти зеленые новые прорезиненные дорожки их открыли буквально, да буквально на этой неделе. Вот. Набережная, значит, река Кама. Дорожка такая вот зеленая сделана. Ну, не знаю, насколько она будет удобна для бега. Если здесь будет собираться очень много людей, то быстро тут не побегаешь. Вот. Но если немного, то ладно. У меня такое чувство, что по ней будет ходить много всяких разных пешеходов. И придется опять вилять между ними, и особо крутого бега не получится. Ну, посмотрим, да. Может, здесь поставить какие-нибудь знаки, что типа это только для бегунов или только там для скандинавской ходьбы. В общем, вот. Вот такую вот, видите, даже с перепадом высоты, да. Тут разные дорожки. Вот. Жалко, что не летом это открыли, а уже вот перед самой зимой. Ну, может, на следующий год нормально будет. О, о, вот собачки. Видите собачки? Ну-ка, вот так, если увеличить, будет видно. Собачки. Собачки гавкают. Вот. Главное, когда собачки гавкают, не бежать. Если начнешь бежать, то они начнут... А давайте проверим, что будет, если я начну бежать. А? Интересно же? Так, как здесь сделаем камеру меньше? Да ё-моё. Вот. Так, значит, я начинаю бежать. И смотрим, какая будет реакция у собак. Тут, значит, художники рисуют. Ура! Вот. Художники не мерзнут. Тут опять он... Матрешки всякие продаются, тут никого нет. Вот. Не знаю, по-моему, вообще нигде никого сегодня нет. Вон опять шапки. 350 рублей за шапку. Неплохо. Очень даже неплохо. Значки тут разные. Но народу-то нет, я не знаю. По-моему, торговля вообще идти не может. Вот сиги, вот что хотел показать. Сколько такая сигарета стоит? Нисколько не продается. Не продается? Нет. А ее это? А что вы тут делаете? Отказ от вредных привычек? Отказ от вредных привычек. Берите бумажечки, изучайте. Можно отказаться? Бросаем курить. А я вот 6 лет не курил. 6 лет назад бросил. И надо брать бумажку. Ага. Вы здесь что делаете? Бумажки раздаете, да? Да. Алкоголь. Стоп алкоголь. Блин, сигарета какая большая. Ну это, блин, вообще серьезно. Ты же куриться можно вообще. Конечно. Итак, друзья, я, в общем, финиширую возле счастья не за горами. Это у нас тут такие буквы на набережной, типа арт-объект. В общем, мне на самом деле просто надоело бегать, я устал. Ну и... А вы что думали, я только марафоны бегаю? Нет, не только марафоны. Вот сегодня пробежал 15 километров за 1:30. В общем, средний темп, наверное, в районе 6. Давайте сохраню. Так, и посмотрим. Так, время восстановления 15 часов. Как раз до завтра. Ну, сегодня что-то не очень быстро бежалось. Средний темп, ну, сами видите, 5:58. Ну, должны быть тренировки и разгрузочные, да, не всегда же, не каждый ведь раз напрягаться, друзья. В общем-то, все, побегали. Ну вот, чуть-чуть остановился и уже замерзаю, поэтому побежал на автобус, на остановку. В общем, все, пока, занимайтесь спортом, бегайте, счастливо.